Тревога из-за возможной холеры в Николаеве нарастает. Сейчас местные власти срочно ликвидируют места стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбой. Также готовят информационные таблички для тех, кто рискнет искупаться в водоемах. Напомню, в центре Николаева обнаружили возбудитель холеры. Опасная бактерия таилась на дне реки Ингул 22 года и может попасть в другие водоемы страны. Медики пока не зафиксировали случаи заражения, но не исключают возможность пандемии. В одній із проб, яка була взята в районі Інгульського пішохідного моста, було виявлено холеру біологічного варіанту «Ельтор». Лабораторний центр оповістив Міністерство охорони здоров'я, голову Миколаївської обласної державної адміністрації, мерію і надав відповідні пропозиції щодо локалізації такої ситуації.